площадь Владикавказа, площадь Свободы. Потом дослушаю, что это за здание тут стоит. Везде флаги российские и осетинские. Осетинский трехцветный. Бело-красно-оранжевый. Фу, желтый. Белый символизирует чистоту помыслов, духовность. Красный – отвагу. И желтый – изобилие. Видимо, в честь солнышка. Изобилие, благополучие. Вот такая вот площадь. И сказали, что все время играет музыка. Движения нет, как у нас на Пушкинской. Ну, то есть транспорт здесь не ездит. Но трамвайчик ходит. Единственное, что там дорожные работы ведутся, облицовывают все камушками. И поэтому он сейчас не ходит, но, видимо, возобновят движение позже, когда все красиво сделают. И тут тоже какое-то здание, видимо, правительственное. А, кстати, может быть, это и есть Дом Советов, вот, про который он говорил, что то городская администрация, а тут, наверное, Дом Совета. В общем, типа нашей Пушкинской, такая прогулочная улица. Пойдем посмотрим.